Всем привет, продолжаем мы совместное прохождение игровым каналом Dota XROM Total War, играем за Египет. Загружаю я его сохранение. Засада на месте! Так, что у нас здесь? Мой повелитель. Там не стоит. Здесь перекрыли стратегический мост. Так, три, по-моему, был уже наш, да? Не помню, по-моему. Вроде да. Так. Да, мой господин. И тоже продолжаем удерживать стратегическую позицию. Так. Все, мой да? повелитель. Ход, наверное, можно завершать, что ли? Приказы. Приказы. Мой повелитель. Могучий полководец. Могучий. Так, здесь что у нас было? Переобучение идет. Так, вот это армия, насколько я понимаю, переобучился уже. Мой повелитель, могучий полководец, приказы, мой повелитель, приказы, можем его выдвигать, могучий полководец. Так, ну вот это армия, можно сказать, что она в целую, если обучать не надо. Могучий полководец, мой повелитель. Так, вот это господин. Будем переобучать. Марш! Ну хотя здесь больше дополнить надо. Полководец. Так, таким мы можем дополниться. Надо дополниться лучниками по-любому здесь. И вот конными стрелками. Так, но артиллерии здесь нету, конечно, совершенно плохо. Мой повелитель. Мои глаза ваши. Не слышим, не видим. Никто меня не увидит. Ходы сделаны, великий повелитель. Так, приказы. Есть. Здесь. Могучий полководец. Кого у нас тут не хватает? Мой повелитель. Пехота. Два отряда, вроде бы я вижу только. Господин! Так, ну мы сейчас сделаем. Как мы сделаем? Мы сейчас сделаем мой вот так повелитель. Вот. Могучий так, полководец. И? Вперед! Уходим! Господин! Марш! Объединяем войска! Так, далее. Далее. Приказы. У Валерии, допустим, есть эта пехота. Раз, мой повелитель. Два, три, четыре. Мой повелитель. Приказы. Мой повелитель. Четыре. Лучники, раз, приказы. Два. Приказы. А, кстати, вот у меня еще кавалерия есть. Приказы. Уходим. Приказы. Приказы. Так, три отряда нагров. Господин! Отсюда можно забрать конных стрелков. Господин! Мой повелитель. Приказы. Могучий полководец. Господин! Так, лучников. Мой повелитель. Ох, могучий полководец. Еще отряд стрелков. Мой повелитель. Господин! Господин! Так, все, вот этих... Могучий полководец. Да. И... А, блин, а я их не могу их переобучить, что ли? Вообще-то должен. А, ну тут же там дофига наемников. Так, так, так. А, значит, остальных не надо переобучать. Значит, давайте что ли с кавалерией, наверное. Да, мой господин.
Блин, тут я не знаю, что тут 85% лояльности. Так, ну в остальных, я думаю, всех Тима, наверное, что ли, будет. Так, здесь у нас. Она ему нету. Ну, аж, в принципе, хватает на войско. Приказы. Это что? Так, ну что же, я думаю, можно завершать ход. Бриты опять атакуют на мосту. Да что ж, вам не надоело, что ли, а? Ой. Они еще вам войско подтягивают и подтягивают. В общем, не оставляют они попыток завладеть стратегическим мостом и пробиться к Массилию. Так, Анагры выставляем сюда. Так, пехота будет стоять впереди Анагров. Так, может их поближе к мосту дать перенести? Так, лучников на эту сторону. Отряды, марш! Лучники, лучники! Отряды, уходим! Отряды! Лучники на колесницах! Лучники на колесницах! Лучники на колесницах! Лучники на колесницах! Так, а этих может с этой стороны поставить? Будет такой перекрестный огонь. Враги показали, как они трусливы. К ним прибыло подкрепление, как будто дело только в количестве. Ой-ой-ой, стоп, блин. Анагры. Забыл я Анаграм отдать приказ. О том, чтобы они вели огонь. Они атакуют нас! Лучники, стоим, сражаемся или что? Так, сколько у них уже потери? 10% от общего войска. Так, а мои колесницы пока не достают, наверное, да? Их дальность поменьше, видимо, чем у лучников. Блин, я бы переместил колесницы сюда, но они сейчас будут просто мешать друг другу.
стрелковые колесницы и лучники. Так, уже 16%, но они, наверное, ждут подкреплений, чтобы потом в атаку пойти. Я так полагаю. О, есть, как попали. По колесницам прям. Да, нагры, конечно, дофига тут уже выкосили бойцов, солдат бритских. И в частности вот этих вот тяжелых отборных мечников всяких. Оставив боевую группу, по колесницам попали. Это еще собаки. Собакам, кстати, уже попадали. Так, теперь огонь по моим колесницам. Эх, был бы здесь еще брод. Все подходит дополнительные силы. Отлично, еще вот так смачно попали. Они атакуют нас! Отряды! Вперед! У меня уже лучники практически стрелялись, вот это плохо. В общем, она 30% накатили. Так, она же, давайте вот сюда вот куда-нибудь выцеливайтесь. Прям в эту кучу вот. Вот так вот, да-да-да, молодцы, молодцы. Вот сюда прям выцеливайте. Так, ну все, Анагра, давайте в режим свободной охоты теперь. А, отлично. Сегодня боги улыбаются нам. Вражеский полководец убит, и его люди потеряли мужество. Так, а где мне еще кавалерия? А, у меня колесница, только одна кавалерия, колесница одна. Ну ладно, ждем, когда там еще, потому что сейчас жваться как твои. Так, опаньки, а это по своим попали, что ли? Да блин, а? Или нет? Здесь от обстрела они тут погибли. Я почему-то сказал, что здесь больше потерь было. Враг бежит. Преследуйте их и не знайте жалости. Блин, колесницу посылать опасно. Эх, бриты, бриты. Вот хрен вам.
Так, Анагры, давайте вот сюда вот. Вот эти колесницы еще надо вынести. И можно будет кавалерии потом бежать. Паешь собака, да? Блин, было бы побольше кавалерий, еще там бы можно было догонять. Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Да, конечно, кавалерия тут потери понесла. Да, значительная часть врагов смогла уйти. Это разгром как бы неполный получился. Героическая победа, 1143 противника убит. То есть еще вот еще можно было 500 человек у них уничтожить запросто. Так, я потерял 35 человек, получается. Нет, 36. Да, 36 человек я потерял. Лучники заработали анагры и лучники фараона. Еще там победа тут над бритами с моей стороны. Могучий полководец. Пока не знаю, бился ли мой коллега с бритами. Так. У нас нормальный войск, как он говорит. Варсаки и Сарматии дипломаты. Столовники, так, Карфагини, Готи. Так, далее. Так, Тепти смазанные, я смотрел уже, по-моему, вот Фапси еще. Ну, Фапси я отряд кавалерии на нем. Мне кажется, тут в Терире кавалерии не хватает, мы тут его тоже не хотят, тут раз, два. Двух садников, в принципе, достаточно. Так, строительство. Дамаски. Я даже не знаю. Конюшни, что ли, хотя нафиг мне нужны, по идее, так пальми из-за палаты советников. И великий базар можно построить. Ноте поворот, хотя давайте на храмовый город, может быть, будет лучше построить Артаксарта. Какие-то немножко разместные казармы строятся, это Салоники, храмовый город. Далее Кирсанес. Так, квартал кустов построим. Воборот строим. Наиз. Постройка идет. Им храмовый город. Да блин, тут вся Италия у нас северная, что-то бунтует там. Потави. В общем, строим здесь. Ну тут уже очень традиционно идет, так не сам. Тоже строится. Юавну. Академию построим. Позволите. Элитные войны, конечно, что ли? Хотя нафиг они тоже нужны. Поселение езидов. Публичные бани. Поселение скифов. Но тут однозначно большой храм сета. Может быть, нам нужно повышать лояльность.
жителей. Так, поселение скифов тут строится. Стали филис. И с военным все в порядке, поэтому давайте все в оборот. Поселение маркоманов. Это очень правительство занято уже. Папки. Строим. Трири строится. Ну, в общем, все. По постройкам пока что все. О, у нас кротом, кстати, растет. Так, минус 428. Так, хочу, в общем, посмотреть, что у нас вообще по... Ну, тут вот эти уже расширенные, скорее всего, города. Быстренько прощелкаю. Не растет ли где чего-нибудь? Так могут не сообщить даже. Такое. Так. А щелкать у нас уже много. У нас уже такая огромная империя, может, здесь. Щелкать нам уже очень много приходится. И чтобы защелкать вот так вот все города, это надо определенное количество времени занять должно. Делание там концепта строить, там главное сейчас удержать эту лояльность. Старались штаб тайной политики здесь построим. Вроде больше нигде ничего не растет пока что. Так, ну теперь, значит, будем делать ход. Будем делать ход, ходы. Так, Масилий, по-прежнему я не хочу оттуда эту армию никуда выдвигать. Господин! Потому что пока еще существует угроза. Приказы. В атаку! Ходы кончились, мой повелитель. Господин! Это, кстати, приказы. Эти армии поубавились, Юлия. Потом куда не дели. Стесняющих спросить войска. Могучий полководец. В атаку! Так, берем в осаду домы. Поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Это армия, наверное, подкрепление, а вы иди, а ты иди. Должен был безвольно. Мой повелитель. Вперед! Ходов больше нет, господин. Приказы? У меня тут не приобучен. Вообще не приобучайся, здесь нет интереса. Вперед! Засада на месте. Приказы? Господин! 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 Приказы. Уходим. Приказы. Вперед. А, я не могу их полностью объединить, да?
150 рядов, 8 надо еще. Могучий полководец. А кто здесь есть? Могучий полководец. Кавалерии есть. Так, лучники на колесницах, 2 отряда есть. Приказы. Артиллерии сюда однозначно добавляем. Господин! Мой повелитель. Могучий полководец. Мой повелитель. Господин! Мой повелитель. Так, пехоту добавляем. И дождем еще анагров, наверное. Мой повелитель. Марш! Мои уши ваши. Иду. Ходы кончились, господин. Так, агент там прошел. Господин! Еще одна армия куда-то мне идет. Мы не можем этого сделать, господин. Вперед! Ты, ну что с этой армией делать? Преследовать. Мой повелитель. Юрьев. Приказы. Марш! Ходов больше нет, господин. Так, ну вроде все, все что ли огни я провел здесь, по крайней мере. Приказы. Так, эти крестьяне нас куда идут? Господин! Не пойму. Итак, теперь в общем Африка. Их чудес. Так, давайте сделаю вот так вот. Вот эту вот тазму отсюда выведем полностью. Приказы. Приказы. Мой повелитель. Сейчас надо им кого-нибудь набрать. Марш! Приказы. Могучий полководец. Мой повелитель. Господин! Могучий полководец. Мой повелитель. Так, ну здесь артиллерию мы не можем делать. Приказы. Мой повелитель. Могучий полководец. Уходим. Приказы. Мои глаза ваши. Иду. Ходы кончились, господин. И главное, у них тут внутри гастаты, всякие принципы еще есть. Могучий полководец. Приказы. Марш! Мой повелитель. Марш! Так, господин. В общем, три армии здесь выставляю пока. Вы давайте с магом садитесь. Да, обучить я вас не смогу. Так, ну объединить тоже тут уже некого объединять тут. Остались какие-то огрызки. Господин! Господин! Так, здесь я одну армию собрал. Приказы. Блин, вот агентов туда привезти бы какого-нибудь. А тут не будет агентов. На цирку. Я бы мог двинуть на цифту. Так, вот эту армию я бы, наверное, двинул бы на цифту. Приказы. Но фиг его знает, есть ли у них здесь какие еще силы. Давайте пока на мост тогда зайдем, а там посмотрим.
Так, укрепним вот так вот силы. Готовы поднять паруса? Высаживаемся в пальме. Да, мой господин. Высаживаемся. Давайте возьмем пальму сходу. Возьмем пальму сходу. В атаку! Осаждаем поселение, господин. Я хочу ее сходу взять. Попробовать. Есть много дорог. Ждать моего приказа. Тут, в общем, стены не настолько укреплены, поэтому можно. Вообще стены деревянные, поэтому я думаю, можно пытаться взять. Сначала пробьем проходы. Так, башню снести. Эту башню тоже снести. Так, лучники сюда. Попали разок по претарианцам. Давайте сюда выцеливаем их. Все, отставить. Отставить что-то. Так, я бы перетащил Анагры сейчас сюда, вот. Кстати, проход прям очень близко. Очень. Пускай она застреляет. Эй, стоп, стоп. Вашим людям удалось подняться. Нифига ты залез туда, блин. Теперь путь к победе совершенно ясен. Оставить. Русливым врагам больше негде прятаться. Вы пробили стены. Начинайте резню. Расфигачил я, конечно, полгорода. Что, треть войска мы у них уничтожили, треть гарнизона и половину города заодно. А куда деваться? Да, просто полгорода я снес. Ну, фигня, восстановимся. Так, ну противник у нас прячется вон там. Блин, у меня уже она застрелялись. Так, лучники фараона сюда. Они атакуют нас!
лестницу сюда. С этим ходом. Ух, блин. Этот полководец отличный враг. Садись пока туда. Он не стоит, он бежит. Есть ли смысл убивать его? Блин, меня эти тоже отстрелялись, давайте перекинуться, что заводить. Хотя бы по одной штучке. Конечно, тут даже один отряд перейти, но это... Запутывается. Да выходи ты, не надо мне сказать. Они атакуют тогда остаты там. Что еще? А, ну это уже того, что я не знаю, что это, конечно, да, это. Посильнее. Да, я не знаю, что ну, заодно я сейчас сами находится под стрелом. Приходится, конечно, сливать на наемников, но здесь быстро, но так я могу себя выменить их. Так, там их вспомогательные лучники. Лучники вообще отвалили. Попробую уничтожить. Да блин, к сожалению, понес потери от своих. Тоже стрелков. Хотя отставить. Хотя отставить. Меня сильно отстрел. Отстал от этого кавалерии, так, ну ладно, с ним не связан. Так, кто не отстал? Нет, это по-любому будет не так. Так, кто там? Лестницу водить туда дальше смысла нету. Сейчас они сейчас запустят, потихонечку. Так, Валерий надо бежать. Сколько-то времени уже не поднимает.
В общем-то, остался небольшой гарнизон. Остаток его. Гвардия Фрона! Гвардия Фрона! Гвардия Фрона! Наемники Гоплиты! Приказы выполнены, величайший владыка! Так, 4, мы там 5 этого должны были. Нет, 4 сексуальные отряда. Копья. Давай, копья. Ну, конечно, на кружили мы не успел я. Да что ж вы никак еще не дойдете? Вот. Дайте кавалерию, а? Давайте я генерал не буду привлекать сюда сразу, вот. Вот этой кавалерии атакуем, потому что хочу генерал лечиться. Надо помочь нашим копейщикам. Вот чем мы здесь. Давай, уходите, уходите. Зайти там тут из машин. Ой, ну да, как обычно, мы когда-то все сбежали. Причем времени осталось 25 человек, по-моему, сбежали. А такой кавалерий, потому что уже. Другого не остается. Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Последний из них там. Победа за вами. И никто не посмеет назвать ее недостойной. Да, победа, но потерь, конечно, тяжелая. Вот тут это моя ошибка. 673 противника убит, так мои потери составили 253 человека. Да, 253. Луч, конечно же, никому не дали. Да зачем? Победа за нами, о могучий. Так. Мы так. Победили. Это ломаем, это строим сразу же. Низкие налоги, ремонт. То, что рушили, ремонтируем. Так, 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 кого здесь? А, кого бы нанять? Ну, аналогов здесь достаточно. Может быть, лучников хотя бы. А тут сейчас отремонтируем казарм армейский, там можно будет гвардия фараонка какой-нибудь нанимать. Рамос километр, уверенный полководец, хоть один полководческий талант. О, генерал прокачался. Получил одну звездочку командования. 29 лет, внешне военный, менее значительно, красивый, позитивный настрой, обеспеченный, уверенный полководец. Так, ну в общем все, тут ход я все сделал, можно на этом сохраняться и передавать бразды правления
моему коллеге игровому каналу Дода. Дальше. Готовы дальше. Поднять паруса. Так. С испанцем нас пока не камеры отношения. Дальше дальнейшие ходы будут в его власти. Ну, такие нас ухватывают, да, очень, между прочим, стоят. Да, мой господин. Так, ну в общем, я надеюсь, что я сделал тут все, что мог. Сделал все по-нормальному. Так, в общем, все, сохраняюсь и передаю сохранение. Так, сколько у нас уже городов-то? 80, осталось 23 до победы, до полного захвата карты, осталось 23. Ну, тут осталось вот это вот и все. Сейчас тут до Германии остатки захватим, останется только Галлия, вот Испания, ну, Африку еще надо захватить. Такое ощущение, что здесь больше 23 еще городов, на самом деле 23. Так, в общем, ладно, все, я с вами прощаюсь, всем пока.